Искали, где можно быстро, качественно, а главное бесплатно продвинуть свою страничку ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Ютуб, Ask.fm и даже Перископ? Сервис socsgame.ru – это именно то, что вам нужно. Он работает по принципу обмена. За каждый лайк, поставленный другим пользователям, вы получаете баллы. Если сами не хотите лайкать, баллы можно купить. Затем эти баллы обменяты на крутку лайков, друзей, подписчиков, репосты, а также комментарии. Попробуйте, это бесплатно. socsgame.com. Ссылка в описании. Андрюша, сфоткай. Вот так вот культурно заканчивается фан-встреча. Марк всех развлекает. Продолжай. Передавай дальше. Заходил к нам в гости Лёша. Я его пошел провести. С ним стояли минут 10, разговаривали о том, как прошла фан-встреча и так дальше. Возвращаюсь, Юля так смотрит на меня, как будто я ей в кашу насрал. И жизнь испортил. Говорит, а что ты там так долго делал? И так на меня смотрит, как будто что-то вот произошло. Короче, Юля ревнует меня к Лизе, что я с ней типа говорил по телефону, чего я не делал. По крайней мере, сегодня. Юля, а ты к Милене ревнуешь? Милена. А ты к Лизе ревнуешь? Лиза. А ты кому больше ревнуешь, к Милене или к Юле? Напишите все в комментариях. Кажется, я заболел. Болят уши, горло, глаза. Встретились мы с Лешей. И тут у нас созрела идея все-таки сходить к тому мужчине, который на фан-встрече был моим агентом, так сказать. Когда он вчера нас сажал всех в такси, он сказал, у меня есть здесь заведение, я здесь работаю недалеко, приходите, накрою поляну, и мы решили все-таки рискнуть, сходить к нему сейчас. А еще совсем непонятно, что он говорит. Я когда его слышал, просто махал головой, типа, как будто его понимаю, а сам не понимаю, потому что он одно слово русское, второе украинское, дальше польское, итальянская, то есть у него все вперемешку. Он что-то там си, что-то на английском говорит, вот так все вперемешку. То есть там вот именно вся Европа в сборе. Все, пошли. Подошли мы сюда. А цього мужчину мы тут сможем застрити? Не, я тут не працюю, на лігарях. Блин, теперь мы его ищем, этого мужика. К нам вышел директор этого заведения, в которое мы только что заходили. Мы показали фотку этого мужика, он говорит, что его зовут Мишель. Я рассказал, где он может быть. Он, в принципе, везде может быть. Говорит, пойдите туда. Короче, его все, я так понял, здесь знают. Не знаю, хорошо это или плохо, но, короче, его все знают здесь. Помните бомжа Тюлю? Вот это я чувствую себя бомжом Тюлей, и как он смотрел на меня и не понимал, кто я и почему ко мне все подходят, почему меня все знают. Вот так сейчас я в таком недоумении. Ходим вот с этой фоткой и показываем, спрашиваем, где этого мужика можно найти. Не знаю. Зашли сюда в заведение, сказали, что он отошел минут на 10-15 и сейчас подойдет. Сильно классный и крутой чувак. Сейчас он зайдет. Здравствуйте. Ты вчера... Я не могу прямо. Тут есть хорошее. А кафе? Есть пассаж? А потом кафе? Я лишь его закрыть дверь. И в людину... Украдут все парапапины. Видео. Andre, if you need something, I'm here, Michel, no problem. And good evening. I hope you never forget last day. And everybody like you. Me too.
подпись. Я вас чао, Андрей, чао, счастливо. Ку-ку. Что? А, о, велосипед вытернул. Вадим, не стал. Андрей, ну, папа, телефон. Отцы мне, мама, это ни к чему. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Держу я в ответ, нас не разлучат, нет. Ни Лиза, ни Милена, ни остальные. Связала довольную. Нас не разлучат, нет. Я готов на армрестлинг. Давай. Делаем ставки. Я за Андрея. Всі за тебе, блядь. Що за фізня? Тримай. Поняв, це за тебе, а це за мене. Айфон за тебе. Без, короче, без шанс. Ой, блядь. Опа. Так, а що мої всі? Шапка Андрія Мартиненко теж за мене. Куда? Ну, куди? Юля, два айфона, то, що я покупав, проіграєш. Два айфона, яких я покупав, і зараз можу проіграти. Ти вже все серйозно, так що ти тут не це. Сорочка. Свої фотографії ще дам. А за мене? Де я Льоша? Прямо годинник. О, золота цепочка. Така серйозна гра, що даже стрьомно починати. Давай мопед будете ставити? Да, каву ставим. На улице стоят. Вот такие, понял? Ты без борьбы никуда не уйдешь. Так я пока все не выиграю, пока я никуда выиграю, не пойду. Никуда не пойду. Иди сюда, понял? Я сдаюсь, пацан. На шапку. Шапку Андрея Мартиненко на. Упал. Ну, деньги себе. Нормал. Что я скажу? Я Рема, конечно, сильный оппонент. Я сильно устал, так что, не знаю, возможно, я даже не смогу выиграть. Финал, пиздец. Но пока я не выиграю, я не смогу отсюда уйти. Так что, а нас уже ждет такси. А такси ждет, да. Андрей Поттер. Старт! Андрей! Копаться, блядь! Андрей, давай! Це пиздец, Андрей, пацаны. Андрей, о, бляха. Андрей. Братан, давай меня. Я ебать. Ну капец. Братан.
самая красава, давай, Петелина. Пизда. Пизда. Да ну не. Конечно, бля. Не проебала, ну бля. Да ну блин, ну. Андрей, покажи, что я не зря. Начался кровавый бой. Давай. Давай. Давай, под припев. Макс, тримайся. Давай, давай. Красава, братан. Ради. Сука, да? Ого, в Андрея это как бицуха. Это сука. Опа, Максон. Я отойду. Сука. Поражение, блять. Это очень непривычно для меня. Совсем непривычно для меня. В свое оправдание ничего не могу сказать. Могу сказать только то, что я не последний раз во Львове. И я еще приеду и встречусь с этим пацанчиком. И будет реванш, сука. Не люблю проигрывать. Не могу. Мои комментарии окончены.